То есть все аниматроники на месте, просто на камерах этот непонятный волк или кто он там. Точно, все, до меня дошло. Это супер кошмарная ночь. Всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем БГГшечки, Нептун здесь, и вы, наверное, тоже этого так долго ждали, как и я. Сегодня мы будем проходить ночь номер 6. Это какой-то лютый хардкорщина. Я когда проходил вот, ну, в прошлой серии пятую ночь, и только маленьким глазочком посмотрел, что будет в шестой ночи, я охренел. Там что-то реально... реально страшное. Ну что, давайте. Хотя погоди. Так, подожди. Меня ни разу не убивала Венера, поэтому вот, видите, Венера... о ней информации нет. А тут новый аниматроник на ночи номер 6, который появился. Его тоже, блин, нет, ладно. Нужно от него разочек сдохнуть, наверное, чтобы он мне инфу дал. Ладно, давайте начать игру. Продолжить. Что там будет, что там будет, что там будет? Паника, 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 давайте. Так. Все огненное, все жуткое. Последний день работы? А кто это кричал? Погоди! Вот это кто? Камеры перегружены. Подожди. А что, на всех камерах, что ли? А кто ты такой? А, подожди! Да, возвращайся, подожди. То есть все аниматроники на месте? Или что? Подожди, я чуть не въехал. То есть все аниматроники на месте, просто на камерах этот непонятный волк или кто он там? Точно, все, до меня дошло. Это супер кошмарная ночь. Все так же, все хардкорно, просто теперь еще минус камеры, по сути. На всех камерах сидит какой-то непонятный волк или кто это? И он типа... Я из-за него ничего не вижу. Зашибись, зашибись, офигенно. Разработчик, ты красавчик. Знаешь, как сделать так, чтобы у игроков подгорало? Жопа горела. Ничего, мы справимся. Короче, нужно просто почаще полить все коридоры. Камеры мне особо не нужны. Чисто будем только делать вот эти вот штуки, и все. Так, ладно. Ладно, тихо, 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 тихо. Тут вообще все активны, видимо, с нуля, да? Потому что Нептун пришел вместе с FNAF Play'ем. Так. Ой, ой, погоди, погоди, погоди. О, ты уже пришел. А Нептун, наверное, с другой стороны. Да. Давай, подходи. Давай. Главное, чтобы они одновременно не приходили. Это меньше всего мне прикольно. Так, никого нет. Ух, это какой-то лютый. Вот, уйди нафиг. Она мне мешает. Блин, это была я. Да черт подери. Что с ней делать? Что это? Кто это такая? Ну-ка, подожди. По подсказке, открываем. Так, она все-таки убила, поэтому... Вот, другое дело, так. Через вентиляцию, это я понял. И если она ворвалась к вам в офис, то уворачивайтесь от нее, от ее взгляда. Чтобы она ушла на свое место. Поняв, что здесь вас нет. Понятно. То есть просто отворачиваться, нельзя долго стоять на месте. Понял, 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 понял. Так, поворачиваемся, поворачиваемся. Все, она ушла, да? Ах ты, зараза, да черт! Я же поворачивался! Или куда мне нужно поворачиваться было? В какую сторону? Так, ну вроде отбился от нее. Ты Венеры. Нехороший. Так, тихо. Ух. Вот иди нафиг, вообще не смешно. Так. FNAF Play. Глаза светятся, значит можно бить. Е-е-е. Ух, ночь-то лютая, да? Так, 9. Пока что я побил свой рекорд, я больше там часа не доживал. О, ты когда уже успел прийти? Чувак, ты когда успел? Е-е, 10.
Так, вовремя. Орклайта нет. Иди отсюда, не выглядывай. Нельзя. Нельзя выглядывать. Так, это на Ревенера ползет, да? И Венера этот. Ах ты, зараза. Сейчас. Ой, там Фокси, там Фокси. Черт, они одновременно пришли. Там же было два звука точно. Сначала была Венера, видимо, потом Фокси. Так, пол второго, продолжаем выживание. Камера, не тупи. Так, тихо. Не надо. Нет, нет меня. Нет меня. Так. Все, первый звук. Так, снова плей. Так, сначала это. Потом вот этого. Блин, как-то не вовремя. Так. А-а-а! Где там Нептун? Дай бы уже мне успеть. Окей. Лады. Так, Арглайта запираем. Два. Там еще Витя появился. Два раза нажал. Шпуньк-шпуньк, видали? Шпуньк-шпуньк. Два раза нажал. Можно, наверное, какой-нибудь челлендж там. Нажми 10 раз на Вити. Так, Фокси лезет. Понятно. Давай, там вроде никого нет, значит, начала должна появиться здесь. Она немножко как бы застревает частенько, когда кто-то приходит. Ух ты, здрасте. Как дела? Как жизнь молодая? Давай, давай. Стучи. Так, нажал. Так, Нептуна здесь нет, окей. Так, там скорее всего сейчас. Да. Давай, пропадай, пропадай, пропадай. Нептун. Ва! А, твоя мать, три ночи. Огрел. Фнафплея нет. Хорошо, идем. Три ночи, друзья. Да блин! Да закройся! Черт. Так, Фнафплея только появился, значит, самое время запирать. Ой. Орклайты? Так, окей. Ты кто? Любить нельзя? Я нужно запирать. Там еще Витя появился. Как не вовремя. Давай. Стучи. Окей. Так, пол четвертого, друзья. Выживание идет полным ходом. Так, Арклайта нет. Лезет, скорее всего, Венера. Ага, отворачиваемся. Так, Арклайта нет. Ведь появился, Фнафплея тоже нет. Хорошо. Следующая должна Фокси полезть. Да чёрт! Да ку! А там разве было две звукошахты? Значит, я в пылу сражения что-то как-то прослушал второй звук. Показалось, что был только один, и это была Венера. Ну, значит, прослушал. Продолжаю выживать 4 ночи. Привет, Вити. Так, буду постараться... Надо постараться поменьше, блин, бздеть. Побольше играть. Так что, буду стараться пореже. Так. Так, кто из них первый? Давай, пожалуйста, Нептун. Я потом сейчас со совестью запру двери, да. Кто там ползет? Фокси? Да черт, я же запирал! Я запирал дверь! В процессе закрытия меня грохнули, нормально. Так, кто же из них первый нападет? Фнафплей или Арклайт? Так. Рано я закрыл.
Отдыхай. Так, Нептуна здесь нет. Он здесь. Только не убивай. Окей. Ух ты, какой не... паразит, как ты не вовремя вылезаешь. Так. Там Венера и Фокси вместе. Так. О, ФП. Да блин. Так, показалось, что лезет Нептун. Осталось чуть-чуть, друзья, дотянуть. Так, сейчас Нептуна прогоним. Так. Камера 10. Арклайта нет, хорошо. Фокси нет, потому что иногда Фокси не слышу. Они иногда настолько одновременно приходят, что охреневать можно. Так. Главное не всрать прохождение. Так. ФНАФ-плей, ладно, это нормально. Первым делом, значит, Фокси, потом ФНАФ-плей, потом Арклайта. Так, Нептуна нет. Окей. А-а-а-а, не вовремя! Парам-парам. Изи каточка. Изишная каточка была. Окей, ладно. Посмотрим, что будет дальше. Я прошел. На самом деле, под конец меня что-то не въехал. Там был звук шахты, и мне показалось, что это Фокси. Поздравляю, ты отработал неделю ночным охранником. Вот тебе обещана зарплата. Зарплата? А где она? Поздравляю, друг. Ты смог выжить в очень небесном случае с машинами, которыми управлял я, как моя некая мечта. Я бы хотел тебя поблагодарить об шарфовой, но да, что ты ее никогда не увидишь. В этой истории, казалось бы, ты завершил это рабочее время замечательно, и тебе дали зарплату, но ты забыл одну важную вещь. Я могу лично заражать им обломков, даже если они были автоматизированы. Так как я привязан к нескольким объектам в этом заведении. Владелец ресторана каждый раз будет принимать нового охранника до тех пор, пока он с ума не сойдет. Знай, что это еще не конец. Это чувак, который управлял аниматрониками, правильно я понял? Окей. Но я большую часть фраз не расслышал, как-то все было сжато, скомкано, плюс куча эффектов. Я разработчику советую здесь снизу какие-нибудь субтитры поставить, русские, чтобы можно было понимать, о чем он говорит, и так будет реально проще. Но я так понял, что он все это задумал, чтобы выживать всех охранников, чтобы никто не мог аниматроников убрать, правильно? Я ухожу, приходит новый охранник, и он своими аниматрониками, этот загадочный персонаж, сводит с ума. И охранники потом в итоге, ну, шизанутые становятся, и все, их заменяют. И на новых, а новые опять сходят с ума, короче, вот. Да, и вот это все, друзья. Видимо, кто поддерживал разработчика так или иначе. Он сбоку. Ютуберы здесь. Участники, видимо, Game Jolt, участники группы ВКонтакте. Ну, в общем. Все-все-все, кто так или иначе приложил хоть частичку себя, частичку веры в этот проект. Игра полностью пройдена. Я всех поздравляю. Естественно, там дальше будет что-то еще. Обычная неделя работы, концовка. Не хорошая, не плохая, а вот обычная неделя работы. Так, первую звезду я свою волшебную получил. И теперь менюшка экстра стала доступна. Персонажи, разработка, дополнительные мини-игры, вырезанная и своя ночь. Я немножко напотелся здесь, поэтому, друзья, я сниму еще одну серию потом в будущем, где подробно мы рассмотрим все в менюшке экстра. Посмотрим на мини-игры, хотя на те же самые мини-игры, что и раньше были, да? И попробуем пройти свою ночь. Должно уже быть здесь еще больше звезд. Обычно я всегда по 3. Возможно, здесь тоже 3. Будем, в общем, это все дело открывать. А если я не смогу их открыть или не смогу понять, как открыть, я думаю, что Артем Лор мне в этом поможет. Каким-нибудь хорошим дельным советом, друзья.
Спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также подписывайтесь на мои соцсети, все ссылочки есть в описании. Буду вас ждать. Всем здоровья и позитивчика. Пока-пока.